Веселые старты с изучением правил дорожного движения провели сотрудники госавтоинспекции для воспитанников пришкольного лагеря «Ералаш». Мероприятие направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге. Наше название – юный инспектор движения. Наш девиз – наш патруль поможет всем, кто на дороге не хочет проблем. Разделившись на несколько команд, ребята в игровой форме познакомились с правилами дорожного движения, научились быстро реагировать на дорожную ситуацию и закрепили знания, полученные во время теоретических занятий. Дети проходили эстафеты с элементами правил дорожного движения. Они собирали знаки дорожные, называли их, как они правильно называются, отвечали на вопросы и проходили эстафету на самокатах. Учить детей безопасному поведению на дороге инспекторы ГИБДД планируют в течение всех трех лагерных смен.